находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Ты! Стоять! Сотрудничеству всех добропорядочных и сознательных граждан.
Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности... Миска бы копченая сейчас. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. С вопросами к командиру. Подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. Привет, брат! Слушай, устал я. Ну, не до разговоров мне. Не буду я говорить. Слушаю тебя. А все-таки накоплю. Да, чего надо? Чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. От судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет.
гнусно все выходит. А все-таки накоплю на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Привет, брат. Ну, привет.
все не лучше стариков знает. Привет, брат! Сюда разговор есть. А только теперь замри спрячь. И волыну зря не дёргай. Раз-два, все дела, и поехали! Все, проходи, не задерживайся. Так, балабонь быстрее, чё надо? Блин, а кармане в натуре голяк. Хоть бы олень какой-то попался с хабаром. Или лучше с баблом. Ну, типа, привет. Так, балабонь быстрее, что надо? Ищешь кого? Чтобы лишнего почем не жаль. И там народу вокруг. Стой, а я сныкаешься, если что.